Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эвушка. Не, надо какой-то нормальный, оригинальный приветствие. Приветик, ребятушка, с вами я, Эвушка. И мы продолжаем играть на сервере с вами, Эвен МТА, хотел сказать. И как вы поняли по названию, сегодня у нас опять новая тачечка. Ну тут как просто в своем репертуаре. Короче, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Я сказала, стартуем! Короче, пацаны, давайте снимаем мы Лимонов 11 859 598. Что-то очень-очень Да, чуть мут не получил. У меня, блин, можно это? Просто unbind нолик сразу, просто чтобы нолик не писал, и оно не писалось. Так, мы сегодня едем за новой BMW. Как вы поняли, это BMW, BMW X5 E70. Я уже, наверное, больше недели искал его на БУ с рук, и нету. Сейчас я зашел, на БУ его тоже нет. Давайте посмотрим транспорт. И здесь его тоже нету. Короче, какая-то редкость, E70. Или его убрали, или чего. Но я уже приезжал в автосалон BMW. Но он, прикол в том, что он там есть. Хотя раньше просто зайдешь, и они там всегда есть, эти E70. Сейчас их тупо нету. Так что давайте заедем. Может, там просто текстура E70, а внутри там что-то другое. Не знаю, ну короче, 10 штук наличия. У меня есть одно место, 10 миллионов. Пошли, что-то в последнее время я начал покупать тачки в салона, купить. Да не, все работает. И 70 за 10 миллионов. Прикол, пацаны, сейчас новый X5. Какой-то прикол. Так, пацаны, я номера не смотрю. Вот я рукой закрыл. Может, только что было громко. E70 BMW. Я только видел одну букву, что там Т. Ну что, готовы? Давайте. ТКЕ 334-116 регион. Не подстрекательно, но меня опять 116 регион преследует. Кто еще старый подписчик мой с лета знает. О, он уже на чипе. Нифига себе. Кто мой старый подписчик, уже знает, что с этим 116 регионом у меня. Ну, кстати, чип у него очень приятный. Мне очень нравится. И на E70 BMW. Я что-то очень давно его хотел. Но что-то не покупал. Что-то жалел, можно так сказать. Вот, и теперь купил. Так и E334. Ну, 334 еще нормально смотрится. Если бы еще были нормальные цифры, было бы вообще топчик. Ну, давайте мы затюним хотя бы эту одну тачку в LS. Ой, говорю, в LS, в SF. Так, давайте его заправим. Даже чип менять не буду, мне настолько он понравился. Так, заправляем. И, конечно, я уже 98-м. 85 литров бак. Где он? 86, а что это? 86, давайте 85. Так, заправляем. Не, ну синий цвет ему, конечно, тоже идет, но у нас он будет белый. Давайте сразу заедем на десочки, что там томить. Не, ну чип офигенный, мне так почему-то нравится, что пипец. Так, заезжаем на диски. Кстати, вот эти диски на BMW-шные у него тоже неплохие, но нам надо какие-то с полочкой, что ли. Ну нет, не такие уже бы, без, аля, не будем ставить. Надо что-то покрутее. Покрутее, ну да, такое слово еще. Ну вот эти, кстати, прикольные. Давайте посмотрим. Блин, я их везде ставлю просто. Поменьше немного, вот такие передние на задние. Не, ну они не смотрятся, сори. Вот, вот эти прикольные, мне кажется, 35-е. Ну, передних. Не, ну пацаны, это слишком изолента. Давайте хотя бы средний поставим. Передних на задние. Ну, кстати, вот эти нормальные. Мне что-то прям понравились. Запомним, 35-е. 562 тысячи покупаем. В принципе, диски идут, но на синий цвет они, если честно, сюда вообще не идут. Ну, такое прям. Так, следующий пункт у нас. Любая пацанская тачка должна быть на тонировке. Да. Блин, чип, какой он устойчивый. А если тормозить? Ну да, они это не придумали. Ну ладно. Фары мы, кстати, тоже будем тонировать. Жаль, что на него нету тюнинга. Вот это прям обидно. Был бы на него тюнинг, не знаю, какой-то black пакет. Ну типа ноздри здесь уже черные. Ну там
Акропович там сзади или что-то такое. Давайте на 40. Белый 60, 80, 80. Затонируем его. Вот. Немножечко перетонировали. Все нормально. Теперь он смотрится уже получше. Да, кстати, сюда бы влепить 3 тройки, было бы вообще нормально. Или 3 шестерки. Ну, 3 шестерки такое, но тройки ему идут, согласитесь, такое. Короче, мы отправляемся в ЛС, чтобы покрасить его. Ну, конечно, да, в СФ лучше покрасить, чем в ЛС, но нам надо еще переставить номер. Да-да-да, вам не послышалось. И пока пишите в комментарии, с какой тачки я хочу переставить номер. В превью не запалю, так что... Жду ваш комментарий. Триста шестьдесят он едет. Ну такое, можно было бы и побольше, если честно. Или может это чип что-то упирает. Ну, смотрите, может если свой чип поставить, он должен ехать 370 вроде, или это едет новый Е70 370. Е70-370, это рифма, да? Гениально! Как вы думаете, какой, на какой номер, на какую тачку пойдет вот этот номер? Интересно, да? Мне тоже. Так что давайте поставим Е70 BMW и номер с... Вы не угадали, кстати, да? Поставим номер с... Где она? ММР, конечно, хочется с приоры, но я не буду приору эту портить. ОМР 06 на шестерке тоже не буду трогать. Я буду ставить съешки на Е70. Все. ОМР 88778. 600 тысяч сняло. И еще перемещение ров доступно раз в минуту. Подождите. Так, пацаны. СВА. Нива 002. Все. Поменяли. Тупо полтора лимона, чтобы сделать вот такой вот Е70. Вот. Но мы его не додели... не доделали, вот. Но он уже на номерах вот этих ламарках хорошо смотрится, да. И еще вот это где СВА, наш любимый. О, СВА, вот СВА. И поставили сюда ООО 002-78. Так, давайте садимся в Е70 и отправляемся на БУ, потому что у нас осталось 17 тысяч, а за 17 тысяч, как понимаете, не покраситесь. Блин, вот Цешку я бы купил, если честно. Хурик, КХМ, а что, открыто что-нибудь? Ну ладно, не открыто, так не открыто. Так, где моя Нива? И, кстати, да, Ешка все-таки будет в продаже. Я уже, честно, накатался на ней, вот такая вот Ешка. Кстати, так и я тоже нормально вроде смотрится, 116 регион. Ешка, кому надо, пишите мне в личку. Если там мне кто-то не напишет, то я пойду, короче, я просто солью на БУ. Да, и так и будет. Что, есть здесь бензин? Ну, пофиг. 287 тысяч, что-то мало, мне кажется. Ну, 300 тысяч мне на покраску Е70 хватит. Садимся и отправляемся на покрасочку. Не, мне кажется, следующая серия будет Mercedes C-шка. 100%. И поедем ее, наверное, купим с автосалона. Что-то в последнее время мне понравилось покупать тачки с автосалона. Во-первых, вот этот рандом номеров есть. Хотя мне только раз выпало 3 шестерочки на Лаурели, если вы помните. А хотя вы ж не помните, я же для конкурса делал Лаурель, покупал, и я там не заснял, типа, бэкстейдж не выпустил, хотя снимал его. Такое. 26 минут. Интересно, я успею покраситься и просто съездить на коробку? Я надеюсь, коробка будет в ЛС, и мы там бабок немножечко подзаработаем. Но вряд ли она будет в ЛС, а хотя может все быть. Так, тем более уже 26 минут, мы уже доехали к покрасочной. И, возможно, мы даже успеем, если я долго думать не буду. Так, сразу выбираем белый цвет. Кстати, в сером он тоже нормально смотрится. А в черном? И в черном. А если фары вырубить? Такое. Но я хочу белый X5. Вот. Даже такой не белый, это грязный белый, можно что ли сказать, но это прозрачность. Это такое. Такой вот грязно-белый, мне больше нравится. Цвет окей, цвет дисков. Если я поставлю черный, это нормально смотреться будет. Честно,
Не очень. Мне кажется, когда они белые, они смотрятся получше. Вот. Белый, металлик, а если мат? Ну, мат такой, хром. Хром еще не пофиксили. Крилл. Дичь, хамелеон. Ну да, металлик самое топовое. 100 тысяч покупаем. Все. Лох! Лох! Как я говорил, и коробочку вот тут я словил. Кто не видел, мой сейчас влезет скриншот. Как ты узнал, что будет именно тут? А как я узнал? Просто чуйка, во-первых. Во-вторых, мой видос. А, 2 секунды. А, можно что-то загрузка? Кстати, поедем, сейчас переоденемся. Бля, Бодавидыч этот меня задолбал уже на X5M. Вы что, ебанутся? Ну, короче... видос мой с коробками, может, он сейчас где-то скриншот влеплю, там, где я рассказал, где спавнятся коробки, все спавны, вот, я просто люблю здесь стоять, поэтому мне здесь и выпало. Короче, пацаны, блять, стреляет, пассивный режим, лох. Лох! Пидр! Просто не успел. Аптечка, все, поехали. Заезжаем, покупаем себе скинчик. Такой, блин, нарядный, беленький. Было бы с черным диском, конечно, было бы получше. Давайте купим какой-нибудь себе дешевый скинчик, потому что этот уже задолбал. Хотя у меня вот этот есть, да. Можем купить, конечно, Вуди. Вот, может, или такой. 150 тысяч. Ну, такой-то нет, такой уже не хочется. О, Торетто, пацаны, Торетто купим. Брайан Коннор, Пол Уокер и... Девушки, не хочу и девушек. Короче, я уже понял, какой я себе скин куплю. Я буду жесткий пацан. А, где этот скин? Вот. Вот этот хочу. Он, конечно, не заменен, но покупаю. Все, 150 тысяч, скин куплен и надет сейчас. Кью выйти из магазина. Во. Теперь у меня модные такие на X5. Такой худенький против того. Мне прям аж необычно. Короче, пацаны, на этом все. Такой вот X5M вышел. Пишите свое мнение об этом в комментариях. Ставьте лайкос, если вам понравился данный видос. Если не понравился, не ставьте лайкос. Напишите, что вам именно не понравилось. Буду стараться лучше делать видосы. Ну, с вами был Ивушка. Всем удачи, пацаны, и всем пока.